На этой неделе с завода Форта Модулар вывозят контейнеры с крупногабаритным грузом, который морским путем будет доставлен в Швецию. Предприятие свои достижения огласке не придает, а тем временем стало известно, что в здании бывшего предприятия Хенгелсконта возобновлено производство. В дальнейшем в Венсполсе планируется производить модули для строительства жилых домов. На данный момент завершен конкретный проект – модули гостиницы с готовыми номерами, оснащенными сантехникой и с отделкой. Четырехэтажная гостиница будет установлена в Орландском аэропорту. В здании есть, где можно проводить промышленное производство. И наша практика показывает, что ни одно здание, промышленное здание современное, оно не пустует. И так случилось на этот раз. Там поменялись владельцы, из тех, кто обанкротились, купили другие. Они создали компанию, и вот они уже произвели первые модули, чтобы близ Стокгольмского аэропорта Орландо строить там гостиницу. На производство вернулась часть работников Хеймдалсконта, а рынком сбыта продукции предприятия могут служить скандинавские страны. При транспортировке модулей могут создаваться помехи для движения автотранспорта. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Инжодзинш, Курзамское телевидение.